И всем привет, ребята, с вами, как всегда, я Миша, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт, и также со мной сегодня моя сестра. Всем привет! Ее, кстати, зовут Карина, но вы, наверное, уже знаете. Также сегодня я вам покажу несколько, два крутых сида, которые вы будете использовать. Ну, я так думаю, но они очень крутые. Первый сид я оставлю в описании, и второй тоже. Для начала я хочу вам показать вот это. Когда вы заспавнитесь на том островке, потом вы увидите вот это. Вы подойдете, и тут будет золотое яблоко, кусочек золота, еще один кусочек золота, огнево, золотая конская броня и два обсидиана. Ну и еще вы можете, естественно, забрать сундук. Также, если вы выплывете на эту сторону, то вы тут... Блин, где же оно было? Вот я такое видела, его теперь нету. Так, ну где-то тут, вон, короче... Где? Вон. Так вот тот домик, а там раньше так. Еще был. Нет, там сундук. А, вот тут вот, да. Вот тут вот есть еще один сундук. Смотрите. Вот так вот подплываю, тут такие пырики-пупырики. А вот тут есть один изумруд, кусочек золота, пшеница. Вот целая пшеница, прям вот, вы понимаете, вот целая пшеница. 7 уголей, золотое еще одно яблоко и кусочек еще один золота. А также тут есть магма. Потом всплываете на поверхность. И тут тоже есть еще один сундук. Теперь тут есть пшеница, ну хлеб сделать так, уголь опять же. И карта. Карта клада, это, по-моему... Давайте сейчас проверим. Не, это точно не... Ну да, получается, это не клад. Хотя да. Для нас это клад. Ну, так это и есть клад, просто да. Это не с карты клада. Да. Так, теперь давайте вот самую такую основную достопримечательность. Я вот так вот даже уближу зрение, вот так вот. Вот. И можете даже посмотреть, вот реально, там есть деревня. Вот я, вот вы сейчас будете видеть. Я даже вот так вот сделаю. Летим, летим. Если там сейчас будет деревня, то я этот мир прибью, просто удалю вот так вот. Там черепахи. Где? Вон, черепахи были. А, круто. Понятно. А вот тут уже и деревня. И да. Тут вы также можете купить очень много чего. Но ничего, потому что тут очень много сундуков. И вы можете тут украсть все, что угодно. Все. А еще, если вы будете продавать палки. Ну как продавать палки? Если вы будете, короче, продавать палки, то, ну, лучникам, то тогда, ну, естественно, в деревне. Вы можете получить изумруды. Просто бесплатно, там, стак изумрудов. Ну, конечно, стак изумруда за стак, наверное, палок. Ну, немножко больше, наверное, даже. Так, теперь делаем опять нормальное зрение, то я сейчас упаду тут. Так, а также я хочу вам показать еще второй же мир, и сейчас я его вам покажу. А также в Майнкрафте добавилась новая кнопка, и я ее сейчас вам покажу. А также в Майнкрафте добавилась, ну как вам сказать, добавилась новая кнопка, и вы можете ее сейчас прочитать. А кстати, это хорошая тема. Но я, наверное, ее все-таки стиру, потому что она мне немножко мешает, но ничего страшного. А также сегодня я хочу вам показать. А сегодня я вам покажу еще один мир. Я его назову тоже тест. Вот так вот прям все одинаково. Так, я сделаю уже творческие игровые правила. Вот это, вот это. И теперь я просто введу этот сид. И вы его можете тоже найти в описании. В описании. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, у меня тут немножко проблемки с ума скажу. Но уже все я починил. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 и 10, теперь обратно, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 10, ну короче, 10, 11, 12, 13, 14, что-то неправильно, подождите, так, сейчас, подождите,
Вот, ребятушки, это просто, я думаю, самая крутая деревня. Потому что тут есть куча сундуков, а также, если вот так вот присмотреться немножечко, то тут где-то должен быть спавнер. И где он, я пока что не понимаю. А, вот он, смотрите. Тут, блин. А, вот он, смотрите. Вот тут такой, залезаем, а тут нифига нету. Ну ладно, сейчас мы найдем. Так, ребятки, спавнер мы тут не нашли, но в моем мире, там, где я выживал, я же в нем выживаю тоже, то там есть спавнер. Ну, я уже показывать сейчас не буду, но там реально он есть. А также, если вы мне не верите, что этот мир крутой, то я вам могу показать одну деревню. Вот она. Вот, ребятки. Посмотрите, это деревня. Это просто вот такая крутая деревня. Потому что половина такая, а это уже в пустыне, но она все равно такая. То есть она уже не пустынная, а вот такая все равно. Это очень круто. Так это, я хотела вам еще сказать. Вы, конечно, не обижаетесь, но все-таки тут спавнера я не нашел. Но у кого как. Может быть, тут спавнеры есть, и просто это я не вижу его. Ну, вы, короче, когда зайдете, вы поищите его. Ну, это, да, может его все-таки найти. А если не найдите, пишите комментарии. Ну, да. Ну а на этом, ребятки, все. Я держу факел в руках, но уже не держу, а уже держу. Короче, ладно. Ну и всем пока, ребята. И ты скажи пока. 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 Пока, пока, пока. Ну вот что вы не выходите? Ну я же попросил. Ну все, я говорю, пока. Ладно, я все, я пошел, до свидания.